Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда 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 Банде Радхика Чаранодаям Гопи Джанна Самайуктам Бриндаваном Манохар Ванчакалпатаруваща кипасиндхвевача Патитанам павунебхьо вайшнавебхьо намо намах Мукам кароти вачалам пангум ланхайтгирим Ят кипатамахам банде парамананандамадавам Бриндавай тулсидеббхай пиявай кесавасча Шна бхакти паде деви сатта ваттвай намо намаха Нараяна намаскритта наран чайва нараттамам Девин сварасватин вязам тату жайо дир Шанкиртане Кришна като падеш Гаурия патрашо пракасане чаха Шадану ракта гуру бхакти юкто Бхакти Прамадакша Джагод Бхарвану Дейям Сада Парибхавагнам Авишчадохам Титас Падам Сива Виринчинутам Сараньям Битатихам Панатапалла Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаранаравиндам Ятпада Паллаванака Чандамани Чатайям Биспуржито кимапикапавадушвадарш, Пурнану рагроса сагроса рамурти, Сарадхикамай кадакипам каруш. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Шиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Аджануламмита бхужау канука бодато Сангитаной кавитару камала ютакшо Вишамбару дижавару джугадхармапало Банде ягат приякару каруна батару Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Диббарупам Муктин ча муктин ча дада синитам Бхавану рупе на сада наранам Ганга таранга раманья жата калапам Гоури нирантара вибуши тобам бхагам Нараяно приямананга мада пухарам Баранаси Пурапати Бхаджавишанатам Вагиша Джоша Бадане Лакшмир Джоса Чавакшаши Джасястихиде Самбит Памнишинга Махамбаджи Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари.
Nikhil bhuvana maya chinna vichinna karti Vibhuda bahula migyam mukti mahanta datri Shithirito vidiraga radha radhesha dhani Bilashatu hidinityam bhakti siddhanta bani Nikhil bhuvana maya chinna vichinna karti Vibhuda bahula migyam mukti mahanta datri Shithilito vidiraga radha radhesha dhani Bilashatu hidinityam bhakti siddhanta bani Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told Keeping in preservation all previous sanskar, manasa, etc. Gaudiya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что Садгуру оставляет все плохие самскары, анардхи. И все прочие прежние проблемы, которые есть у ученика Садгуру. То есть имеется в виду, при посвящении Садгуру он не оставляет плохих самскар, проблем и анардх своему ученику. Дикша – это дивья-гьяна, есть три вида рождения, я уже говорил. Первое – это рождение от чрева матери, это первое. Второе – это Савитри, Гаятри, получение, второе рождение. И третье рождение, когда мы получаем Кришнаманту от Садгуру. И вот я уже говорил, что любой касте, и вот те, кто не проходят эти самскары, они считаются шудрами. И, а если в процессе самскара что-то случается не то, то это уже... Я не говорю об этом, это не моя ответственность, но в процессе настоящих самскар вы увидите, что все меняется. Самскару Диджайо Бхавит. И вот... Все анардхи, предыдущие плохие качества, грехи и прочее, Садгуру, он не посвящает никого. Так имеется в виду, если он дает посвящение, то все это уходит. И даже великие преданные, они говорят так, что если кто-то полностью занят в Кришна-бхаджане, то его сердце меняется и очищается. Автоматически это происходит. И мы можем вспомнить, что когда Махапрабху говорит Сарабхаме, нет, там, родственнику Сарабхаму Бхаттачарье, его зятю, и в то время Амок его звали. И вот этот Амок, он завидовал, очень завидовал Махапрабху. И после этого, когда Махапрабху хотел спасти его от смерти, он был на волоске от смерти, болен холерой, и вот Махапрабху пришел к нему, прикоснулся к сердцу этого Амока и сказал: и вот он сказал такие слова, что Махапрабху хотел сказать, то, что обычно сердце настоящего брахмана, оно чисто. И почему ты призываешь зависть и прочие качества чандалов в свое сердце? Это естественно, что сердце брахмана, оно чисто. А почему ты приглашаешь эти анардхи и прочие плохие качества к себе? Ты оскверняешь свое сердце. И вот, что хотел Махапрабху сказать этим. И вот, к
Кришна, он может находиться только в очень чистом сердце. Кришна не может находиться где попало. И вот Махапрабху хотел сказать, что сердце чистого брахмана, оно чистое. Это то место, где может находиться Кришна. И через Гундича Марджан Лилу Махапрабху также хотел дать нам урок, что если мы не очистим наше сердце, то мы не сможем пригласить Кришну, чтобы он появился там. И как долго у нас будет связь с Ананта Девом, до тех пор мы можем осознать всю Сиддханту. И вот имея связь с Ананта Девом, мы можем осознать всю Сиддханту. А если потеряем эту связь, то мы потеряем все и не сможем понять даже какой-то очень простой Сиддханты. И вот через эту лилу Махапрабху хочет сказать, что сердце брахмана, оно очень чисто, обычно очень чисто. И каковы признаки брахмана, я уже говорил в тот день. И вот Гаутами Муни, он сказал, шудры всегда принимают прибежище у лжи, а брахманы у абсолютной истины. И также я говорил о Ниламадаве. И вот именем этого Двайтапати Вишвавасу как-то так было. И вот Сиддханта в чем? В том, что не столь важно, кто-то происходит из семьи Вайши или Шудры, не столь важно, поскольку если он будет совершать Кришна-бхаджан, то тогда это не является какой-либо проблемой. Тот, кто чувствует эту Кришна-татву, и вот тот, кто осознает эту татву, тот и становится гуру. Но обычное наставление шастр варнанам брахманам гуру, то есть брахманы, они гуру для всех вайши, шудры, кшатри. Обычное таково правило, что среди всех варн брахманы, они действуют как гуру. Но кто настоящий брахман, а кто нет? Я много говорил о Сиддханте на эту тему. И вот И вот, то есть только чистыми, согласно шастрам, только чистый гуру Вайшнав, он может действовать как гуру. И вот Дайва Варнашрама Дхарма, она очень научная, но если мы ее нарушим, то в этом большая проблема. И также я говорю, что практически невозможно определить, кто брахман, кто вайшья, кто шудра. Сейчас в Кали-Югу это очень тяжело и опасно, но есть какие-то признаки, благодаря которым мы можем понять. И вот вчера я говорил Шрияна, вот такие слова. И вот если кто-то исполняет свои собственные обязанности, согласно гуне и карме, то это очень хорошо. Если он исполняет обязанности, которые должен исполнять в своей жизни, и вот он должен следовать этому, и если он так исполняет свои обязанности, то постепенно
он обретет благо в будущем. Но если он будет нарушать это и пытаться делать чужие обязанности, которые предписаны другим, то это очень опасно. Но это правило в этом обществе применимо, но относительно гуру вайшнавов это неприменимо правило. Если мы находим, что кто-то получил посвящение у садгуру, пытается искренне совершать баджан совершенным образом, то на какой-то предварительной стадии могут проблемы какие-то возникнуть, и поэтому Шрила Прабхупада дал священный шнур нам, чтобы показать нам, чего мы должны достичь, хотя бы брахманизма, этой минимальной квалификации. И если мы будем шудрату свою поддерживать, то тогда это невозможно. И вот любой, кто получает посвящение у садгуру с помощью Кришна-мантры, он может практиковать это, и после этого он может возвыситься и избавиться от всех материальных обусловленностей, тогда проблем уже никаких нет и не может быть. И вот обусловленные души, я не говорю о нити-ситхах, а вот те, кто обусловлены, они так могут постепенно возвыситься и могут достичь уровня брахманизма сначала, и после этого могут достичь вайшнавизма. И вот я привел такой пример, что в Шримад-Бхагаватам, это пример из Шримад-Бхагаватам, то, что все 81 сын Ришабхадева, не все, а вообще у него больше сыновей было. И вот он действовал как кшатрий, и среди ста его сыновей 81 стали брахманами. Джаянтия, значит, жена Ришабхадева. И вот они стали брахманами, достигли искусство в ягьях и прочих обязанностях брахманов, совершали яги и прочие брахманические такие обязанности. И вот в Кали-югу, в Кали-кал, это практически невозможно понять, кто настоящий кшатрий, кто не кшатрий, например. Но Шрила Прабхупада хотел утвердить это дайва-варнашраму таким образом, чтобы мы смогли понять, кто на каком уровне находится. И вот если Дивья Гьяна Махарадж вначале говорил, что садгуру, он не дает посвящения, сохраняя все анардхи и прочие грехи, недостатки этих своих учеников. Система не такая. Дикша значит дивяген. И вот все греховные прошлые, греховные действия и прочие, они такого кандидата на получение дикши, в процессе дикши уходят, и по милости садгуру он может совершать гуру-севу и развить божественное знание, и через этот дивигян божественное знание, и когда это божественное знание является внутри его сердца, то тогда проблем никаких нету. И через дикшу говорится в Хари-бхакти-виласе, как это возможно, что обусловленная душа может изменить свое настроение и все прочее, как это возможно.
И вот это возможно, и в Хари Бхакти Виласе приводится пример, подобно тому, как Камсам, этот колокольный сплав, он может стать золотом при помощи какой-то расаяны, имеется в виду, ну, какого-то катализатора, что-то расаяны. В общем, в алхимии такой раздел есть, вот, трансмутация элементов, и вот с помощью этой расаяны этот колокольный металл может стать золотом, измениться до золотого состояния. И таким образом обусловленная душа, когда она предается садгуру, и садгуру дает посвящение, и через дикшу и самскара она может изменить свое умонастроение и прочее. И такова процедура, через которую это возможно. И вот так много аргументов. В Кали-Кал, Кали-Югу, это Шукра-Парампара, имеется в виду такая пресность тела. То есть кто-то думает, что если родился, ну, в этом, от Брама, если отец был Браман, то и он Браман. Это в такой преемственности семейной нельзя чистоты найти. Наоборот, можно видеть, что они шудрами становятся. А Панчаратрик Видхан, он гораздо более эффективен в эту Кали-Югу. И через этот Панчаратрик Видхан Махапрабху говорит, и если вот с помощью этого Панчаратрик Видхана кто-то получает посвящение, то тогда это возможно. И система в том, что после этого Панчаратрик Видхана мы должны следовать садгуру, и тогда мы обретем всю силу, иначе невозможно. И вот сейчас, чтобы понять качество, есть вот наставление в Гите. И хотя кто-то думает, что садхарма она плоха для него, имеется в виду свои обязанности, то все равно, согласно своей природе, мы должны исполнять свои обязанности, и в дальнейшем мы сможем прогрессировать. А если мы перестанем исполнять свои обязанности, то прогресса точно не будет. И вот согласно Гите мы можем найти такие слова. И вот согласно предыдущим самскарам, все дживатмы, они действуют согласно своим прежним самскарам, а все действия они совершаются с помощью пракрити, но глупые люди, они думают, что они делают все. И вот таким образом они следуют своему беспокойному уму, и это становится причиной их дальнейшей обусловленности. И о Шанкаре говорил Махараджи в этих гибридах вчера. Имеется в виду не Шанкар, это Шанкар, но смесь, в общем, смесь каст, смешение каст, и от этого чистота утрачивается, и одни проблемы возникают. Женщины оскверняются, рождают недостойных людей каких-то. Шудра может жениться на брамане, брама на шудре.
и вот такой вот ерунды не должно допускаться, иначе все оскверняется. И вот, вот это вот смешение касты и всего прочего, оно ни к чему хорошему не ведет. И если генетический вот этот фактор не поддерживается должным образом, то те питри-пуруши, наши предки, они от своих потомков, уже не получают никаких подношений. И, ну и в этом проблема, ну и не только в этом. И вот Утсана Куладармана. И вот если эта генетическая преемственность нарушается, то в этом проблема, и предки таких людей попадают в ад, и другого выбора нету. И вот когда так система это разрушается, то адхарма возникает. И Бхагаван Шри Кришна говорит, правило в обществе таково, что какие-то великие личности, которые следуют варнашрам дхарме и прочим правилам и предписаниям общества, и вот согласно их действиям, и вот те, кто следует дхарме и прочим всем социальным системам, и вот Кришна Бхагаван говорит, что те важные люди в обществе, согласно их действиям, другие люди, они вдохновляются. То есть важные люди являются примером для других. А сейчас вся система разрушилась. И вот Рабиндранат Тагор написал такие слова про текущую ситуацию, что каждый считает себя царем в своей области, и люди, в общем, так возгордились и никому не подчиняются и не следуют каким-то даже хорошим примерам. Но вопрос Харибаджана полностью отделен. Но обычная социальная система, она должна быть регулирована согласно варнашрама дхарме, то, что Шрила Прабхупада хотел сказать нам. Обычная эта социальная система, она должна контролироваться с помощью вот этой дайва варнашрама дхармы. А Харибаджан — это нечто отдельное, и те, кто совершает Харибаджан, что говорить о брахманизме? Они достигают такого высокого уровня, что мы не можем сравнить его ни с какими брахманами, но обычное правило в том, что согласно их природе, все важные люди в обществе, как Джанах Махарадж, например, или Притху Махарадж, Амбариш Махарадж, они все ведут свою жизнь таким образом, чтобы обычные люди, они вдохновлялись их примером и действовали соответственно. И вот их действия, они помогают им. И вот они, в общем, являются примером для всего общества, и поэтому общество процветает. Но вопросы могут возникнуть, если мы находим, что кто-то, будучи шудрой, и вот в общем, если кто-то какого-то шудру, который занимается такой своей деятельностью, приглашает жить в матхе, но смотрите, в начале его обусловленное состояние не столь хорошо. Много таких случаев, бесчисленные случаи так случаются, и поэтому много
проблем в матках и мандирах происходит, поскольку те, кто проповедует, их проповедь несовершенна может быть, или те, кто слушают эту проповедь, их они тоже не могут принять полностью то, что они проповедуют, но кто может судить, кто на каком уровне находится. И вот это правило не в том, что если мы находимся в тамагуне, например, как мы, например, шудра, и кто-то хочет научить нас тому, что мы не должны свои обязанности исполнять, давайте лучше жить в храме, там заниматься какой-то брахманской деятельностью, если какой-то человек так говорит каким-то неподходящим людям, это в этом проблема только возникает, поскольку этот человек еще не зрел, не достиг того уровня, на котором может изменить свою деятельность. И вот Кришна Бхагаван говорит о Арджуна, о Партха. По крайней мере, вот Кришна говорит, что мне нет никаких обязанностей в этом материальном мире, и мне нечего тут делать, но все же я делаю. А почему? Поскольку если я перестану это делать, то кто будет следовать мне правильно? Они, люди, пойдут в неправильном направлении. И вот Кришна Бхагаван говорит Партхе. В этом мире у меня нет никаких обязанностей, но все же я следую каким-то своим обязанностям. И вот у Арджуна у меня нет никаких обязанностей во всех этих трех мирах. У Арджуна у меня нет никаких обязанностей в этих трех мирах. Нет ничего. Я самодостаточен. Кришна, вы знаете, он самодостаточен, но все же Кришна, он хочет иметь отношения с новыми преданными, но это нечто отличное. Но Бхагаван, Верховный Господь, он самодостаточен. Что говорить о Верховном Господе? Все преданные, возвышенные преданные, они тоже самодостаточны. Единственное, они беспокоятся о том, что не могут совершать баджан должным образом, достичь Кришна Према и прочее. И вот такое вот так называемое неудовлетворение своим прогрессом в баджане, вот это хорошо. Но там перед Гурудевом Мадхавендапури Пад, Рамачандапури, он... Вот Рамачандапури говорил: о Гурудев, почему вы плачете, вы же Брама, ведь прекратите, вы должны понять. Рамачандапури думал, что его Гурудев в невежестве, и поэтому он пытался дать ему наставление какие-то. Мадхавендапури Пад сказал: о глупец, уходи. Я плачу о том, что я не могу обрести даршан Кришны, Кришна Прему, а ты мне даешь какие-то советы. Уходи, я не хочу видеть себя всю жизнь. Если увижу твое лицо, то я вынужден буду получить какое-то наказание за это. И вот Мадхавендапури Пад, он плакал, сокрушался насчет отсутствия прогресса в своем баджане, и это была випраламха бхава, но более высокий уровень випраламхи, который все гаудии должны получить. В итоге я говорю сейчас о дайва варнашраме, поскольку без этого, как долго мы находимся в обусловленном состоянии, мы должны следовать дайва варнашраме. И вот пока мы находимся в таком обусловленном состоянии, мы должны следовать дайва варнашраме. Но когда мы достигнем какого-то более высокого уровня, то дайва варнашрама уже будет к нам неприменима. И в этом случае мы сможем понять, что Махапрабху говорил.
И вот это отождествление впоследствии мы сможем обнаружить в нашей жизни, но вначале, когда мы находимся в обусловленном состоянии, мы должны следовать дайва-ванашрам, иначе проблема возникает. И вот Арджуна, и вот Кришна говорит Арджуне: в этих трех мирах нет ничего, что бы я должен был бы делать, и нет ничего, чего бы я не достиг, но я все же действую. А почему, ты знаешь? Поскольку если я прекращу исполнять свои обязанности, тогда вся система разрушится. Поскольку я Верховный Господь, и вот поскольку Кришна, вот Верховный Господь, и все другие, все люди и прочие следуют Ему, Кришна говорит, что если я не буду исполнять своих обязанностей, то тогда весь мир, он тоже будет следовать мне и перестанет делать то, что должны делать, и проблемы в обществе возникнут из-за этого. И вот Кришна Бхагаван говорит, чтобы организовать всю эту систему должным образом. И вот Кришна говорит, что если он не будет исполнять свои обязанности и не покажет идеальный пример своим примером, то другие тоже не будут вдохновлены, и проблемы в обществе возникнут, возникнет смешение касты и прочего, и люди будут двигаться в негативную сторону, и вся система может развалиться. Но поскольку Бхагаван Шри Кришна говорит, те невежественные, невинные люди, то на каком бы уровне они ни находились, мы не должны их беспокоить. Их сейчас положение очень чувствительно, и если мы попытаемся их вдохновить как-то неправильно, они перестанут свои обязанности исполнять, и в этом чужие обязанности тем более они не могут исполнять. А ты не находишься на том уровне, чтобы помочь им. Много случаев таких я видел. И вот кто-то, например, человек, который очень привязан к семейной жизни, и тут какой-то ачарья возникает, приманивает его как-то, говорит: я тебе ачарья сделаю, давай приходи в матху, будешь настоятелем матху, помогу тебе в том и том, давай семью оставляй, приходи в матху. И вот такой человек приходит в матху, он его семья как недовольна становится, и ему плохо, и в общем ничего хорошего не происходит. И вот, но имеется в виду, что вот это пример, что достойные люди в матху должны приходить, если кто-то... еще имеется в виду, что люди с привычками шудры, поведением шудры, всеми прочими шудринскими качествами в матху не должны приходить. Они должны сначала возвыситься до браманского уровня, и потом только они могут присоединиться к матху. И вот Шрила Прабхупада на Бенгале говорит: вы все... Эта жизнь, она не постоянна, и вы все вместе должны совершать служение под единым прибежищем Ачарьи Ашрои Виграхи. И вот таким образом кто-то
понимает эти слова так, вот Миля Михи. И вот кто-то может вот этим словом прикрываться, что вместе мы должны все делать, но это не совсем так. Это слово значит, что мы должны вернуться вот в то время, когда Шрила Прабхупада это говорил, и мы должны правильно понять его слова. Вот это Миля Миша, то есть сообща не значит, что какой-то возвышенный преданный в Мадхе, и он будет страдать от того, что все остальные делают все, что захотят, без всякого соответствия тому, что надо делать. И вот, ну, кто-то понимает вот это слово «сообща» вот таким образом, но это неправильно. Вот это слово «сообща» вместе имеется в виду те, кто приходят в Мадх. Несколько дней назад я говорил, что кто-то вот спросил у Шрилы Прабхупады, почему вы не пойдете на улицу и всех этих нищих с улицы не соберете и будете их пытаться лечить. А Шрила Прабхупада сказал, что хорошо, пускай они приходят ко мне, но они должны признать, что они больны для начала. И вот эти два брахмачари, они могут ошибку совершить, но, по крайней мере, они знают, что они больны, и, ну, имеется в виду вот эту материальную болезнь, и, по крайней мере, они признают свое плачевное состояние, хотя бы это нужно для начала. А те обычные люди, которые живут, они не могут такого предания показать, они не могут взмолиться Шри Прабхупаде, чтобы тот спас их, и поэтому как это возможно? И вот если вы идете на рынок под именем проповеди и приносите весь мусор всех шудр, кшатриев и прочие такие беспокоящие элементы в Мадхи, и даете им шафрановую одежду или еще какую-то одежду, или саньясу даже, то, что мы можем ожидать от такого положения. И поэтому Шрила Прабхупада никогда не имел в виду это Миля Миша. То есть сообща не значит, что можно делать все, что заблагорассудится, а все остальные должны терпеть. Это нет. Это значение другое. Шрила Прабхупада хотел сказать, что это великое преимущество гости баджана в том, что когда у нас есть, мы можем встретиться с Шрилой Прабхупадой, например, и можем видеть Шрилу Кешава Госвами Махараджа, и у нас есть возможность видеть Шрилу Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа или других возвышенных преданных. Это наше преимущество, поскольку вот, согласно этой шлоке, иногда мы можем увидеть этих вайшнавов, услышать харикатху, принять остатки их пищи. Это поможет нам в нашем баджане. Шрила Прабхупада говорил, мы должны регулировать свою жизнь, делать то, что нужно, проверять себя, быть осознанным, контролировать свой беспокойный ум и все остальное. И вот поэтому гости баджан, он очень важен, особенно в Кали-югу. Гости баджан, он очень-очень полезен, но мы должны следовать правилам и предписаниям, которые установлены Шрилой Бхактивинода Тхакуром и Шрилой Прабхупадой. А если вы не следуете этому, то тогда у нас вместо какого-то баджана появится какой-то такой воскресный клуб. Ну, Махарадж называет это Кали-клуб. И вот Шрила Прабхупада никогда не хотел, чтобы происходила всякая ерунда в матках, а
Он наоборот, он хотел сделать так, чтобы у нас была возможность совершать баджан без каких-либо беспокойств и трудностей. И вот Махарадж несколько примеров хочет привести. И вот однажды мать Бхагаватима и старшая сестра, они пришли, имеется в виду этого Шрилы Прабхупады, они пришли, чтобы встретиться с Шрилой Прабхупадой, и там один брамачари был. Я два случая слышал, один от Шрилы Гурудева, другого вайшнава, и вот этот саду брамачари, он пошел. А вот Шрила Прабхупада, он сидел там в той комнате, где Шрила Прабхупада был, и вот Бхагаватима пришла, Бхакти Деви, что говорить о ней, и старшая сестра Шрила Прабхупады, они тоже пришли, не без всякого предупреждения, пришли встретиться с Шрилой Прабхупадой. А тот брамачари, который там сидел, он хотел выйти, чтобы не мешать. А Шрила Прабхупада сказал, что нет, находись здесь. И вот тогда перед этим брамачарием они что-то сказали и ушли. И после того, как Шрила Прабхупада, после того, как они ушли, Шрила Прабхупада сказал этому брамачари, что ты хочешь, чтобы я пал, поэтому зачем ты уходишь? Смотрите, какой пример дал нам Шрила Прабхупад. И еще второй пример. Какая-то вот очень пожилая женщина, ей лет 60 было. Она пришла в библиотеку Чайтанья Матха, и внезапно Шрила Прабхупад начал кричать: есть никого ли нету тут, никого ли нету в библиотеке? И Парамананда услышал это и побежал туда. И когда он зашел, он увидел, что старшая сестра Шрилы Прабхупады пришла, чтобы что-то сказать ему. И Гуру Махарадж тогда осознал, что Шрила Прабхупад очень осторожен, очень строг, чтобы никакие действия Шрилы Прабхупады не могли создать никаких сомнений в его личности. И вот на пути преданности великие ачарьи, они шрешчи, они примеры, лучшие примеры, они идеал для нас, и вся их жизнь, она должна происходить так, чтобы мы на каждом шагу, на каждом ступени видели пример. Поскольку если перед обусловленной душой нету такого сияющего идеала, то как эта обусловленная душа получит вдохновение для прогресса дальнейшего, это главное. И вот их жизнь должна быть, и вот их жизнь должна находиться в руководстве чистых гуру и вайшнавов. Есть внешний ачарон. Внешний ачарон, смотрите, мы тоже очень внимательно, осторожно должны все это делать. Как когда Харидас Такур совершал баджан в Бинаполе, тогда без всякой... И вот тогда эта Лакхахира, проститутка, пришла в его баджан-кутир, и в этом случае Харидас Такур, он хотел спасти ее, но будьте осторожны, если Шрила Прабхупад был бы там на месте Харидас Такура, то Шрила Прабхупад, он действовал как великий ачарья в этом случае. Для Шрилы Прабхупады, имеется в виду для этой Лакхакиры, не было бы возможности находиться с ним наедине. А Шрила Харидас Такур, он намачарья, у него другой, он себя по-другому немного ведет, и очень, и поэтому у этой проститутки была возможность наедине с ним находиться, и она спаслась благодаря слушанию Харинама. Ах, смотрите, здесь
Харидас Такур, он хотел показать нам пример, но обычно это невозможно. Если мы в одиночестве, другой пример я приведу, я вернусь к нашему изначальной теме. И вот однажды ученица Шрилы Прабхупады, она хотела сказать что-то Шриле Прабхупаде. И вот она пришла спросить что-то у Шрилы Прабхупады, сказала: «Я хочу вам лично что-то сказать, не могу перед людьми говорить». А Шрила Прабхупада сказал: «Нет, если вы хотите сказать что-то, говорите это перед всеми, я не могу в одиночку вас принять». И таким образом на каждом шагу мы можем обнаружить этот великая личность Шрила Прабхупад. И тема Шрила Прабхупад, его миссия, его ачарьятва, его уникальный идеализм и то, что хотел показать нам Шрила Прабхупад, это очень важно, мы должны следовать этому. И что я хочу сказать, если под именем этого, миссии, то есть имеется в виду делание всего сообща. Обусловленная душа своих недостатков не видит. В себе не могут найти, видя только в других. Но когда чистые гуру вайшнавы, они находят недостатки в нас, то они хотят помочь нам возвыситься в баджане, но это не значит, что они будут критиковать нас, какие-то оскорблять как-то нас. Нет, мы не должны так думать. И система не такова. И пример я могу привести, что если один брахмачари долгое время совершает баджан, в арчане занимается поклонением, и вот Шрила Прабхупад мог осознать все. И вот этот брахмачари, он вроде как бы арчаной занимался, но из-за сатсанги, дурного общения, он деградировал. И Шрила Прабхупад осознал это и хотел помочь ему. Но этот брахмачари был лицемерным. И вот если кто-то поддерживает свое такое лицемерное поведение, то как же помочь такому человеку избавиться от майи? И вот Шрила Прабхупада однажды совершал баджан в своем баджан-кутире в Чайтанья Матхе. И вот однажды утром около 4:30 в Бхакти-Виджой-Бхаване, там был вот Баджакутира Шрилы Прабхупады, Бхакти-Виджой-Бхаван, и оттуда Шрила Прабхупад в 4:30 вышел и пошел к Говинда-Мандиру, к этому, ну, как алтарное, и зашел в храм, и он отодвинул виграху Гуранги, и под ним была куча любовных писем. А Пуджари испугался, видя это, он не мог осознать, как это случилось. И Шрила Прабхупад пришел, вот, отодвинул виграху Гуранги, и там под ней, под этой виграхой, куча любовных писем была. И тогда Шрила Прабхупад сказал этому брахмачари, что вот уходи отсюда. И Шрила Прабхупад не может позволить лицемерное поведение. Шрила Прабхупад может помочь нам, если мы достаточно слабы, а мы очень и очень слабы, что мы не можем продвигаться на пути баджана, и так мы снова и снова ошибки совершаем. Но в тот день я объяснял эту шлоку. Вот эта шлока о том, что сейчас вот этот человек, он стал разумен, он не стремится получить помощь от каких-то полубогов или йоги, или гьяни, нет.
его ум сейчас успокоился, и он понял, что Кришна Баджан – это единственное решение, но этот человек очень слаб и день за днем все равно совершает ошибки. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что такое может быть прощено, поскольку возвышенный саду поможет ему возвыситься, но это не значит, что специально кто-то будет совершать ошибки. И прикрываться этой шлокой, что если вот написано «Апичет Судрачару», зачем вы меня ругаете? И вот в этом проблема. Апичет Судрачару, если кто-то, прикрываясь этой шлокой, занимается всякой ерундой, но Шрила Бхактивинода Тхакур и Вишванатха Чакраварти, они никогда не имели в виду это. И вот имеется в виду, что если люди, которые осознали, что Кришна Баджан – это решение всех их проблем, но из-за своих слабостей они все равно совершают те же самые ошибки, и таким людям Шрила Прабхупад, он может помочь. Как пример с Аджамилом. Аджамила, он был браманом, но толку что? Почему я говорю, что Аджамил был браманом? Поскольку он был просто сердечным, искренним, поклонялся шалаграмам, выражал почтение всем старшим. Его характер был идеален как брамана, но из-за дурного общения день за днем он пал и стал хуже, чем шудра. И смотрите, если просто достичь уровня брамана можно, но можно пасть также. И также те, кто пришел на путь Хари Баджана, получил Малу от Гурудева, Канхи Малу от Гурудева получил. И ну, Махарадж имеет в виду, что некоторые люди, не достигнув уровня брахманизма и просто получив посвящение, думают, что получив посвящение, могут заниматься всем, чем угодно, но это не так. Шрила Бхактивинода Тхакур написал статью, в которой описывает и говорит о преданные. Мы должны быть очень осторожны, поскольку большинство из нас мы получаем посвящение от так называемых гуру и следуем экадаши и другим постам, совершаем сандхьявандану, но никто не считает, сколько прогресса мы совершили. И сейчас, благодаря этому локдауну, этому не карантину, самоизоляции, у нас есть возможность повторять лакхаринама, но кто повторяет? Времени сейчас много, работать не надо, на улицу нельзя выходить, поэтому времени должно быть достаточно. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, то преданное большинство из нас получает посвящение от какого-то гуру, ачарьи, и также мы следуем экадаши врати и всем остальным вратам. Кто-то принимает шафрановую одежду, кто-то белую, кто-то еще какую-то, но не думают, какое благо, какой прогресс они достигли в своей жизни из-за принятия вот того или иного. А почему? Потому что такие люди совершают оскорбления гуру, вайшнава, бхагавану, нами, даме, осознанно или неосознанно. Мы так совершаем оскорбления лотосным стопам гуру, вайшнава, бхагавана, нами, даме. Это часто происходит, и поэтому
из-за этих оскорблений мы не можем продвигаться в нашем баджане, и эти аппаратхи, они тоже могут стать причиной падения нашего сознания. И как можно это узнать? И вот раньше мы хотели совершать баджан, но сейчас не можем совершать, и мы должны осознать, что это из-за аппаратха оскорблений. И если у нас есть аппаратхи, то тогда мы не чувствуем вдохновения совершать баджан, не только это, а также сознание ваше опускается. День за днем ваше сознание опускается ниже и ниже. И вы можете понять, что это из-за оскорблений. И если кто-то хочет показать, что они получили посвящение того или иного гуру, приняли саньясу или еще что-то, это не показатель. В шастрах говорится, тот, кто совершает баджан, тот и выше. Шрила Бхактивинод Тхакур пишет, например, если грихастха совершает баджан, его характер прекрасен, а кто-то может быть падшим саньяси, внешне никто не поймет разницу, но Шрила Прабхупад и Шрила Бхактивинод Тхакур говорят, что если грихастха совершает какой-то великий баджан, как, например, Шрила Бхактивинод Тхакур, не каждый может понять, какой он великий саду, но он, будучи в грихастха ашраме, совершает лучший баджан, чем многие саньяси. И вот абхакта, те, кто не совершает баджана, просто злоупотребляют этим посвящением шафрановой одежды, или одежды саньяси, то это проблема. И вот я вернусь к тому, что гошти баджан, он очень полезен, он настолько полезен, настолько благоприятен, что я могу показать вам, как Шрила Прабхупад, он регулировал этот гошти баджан, ишта гошти и все прочие строгие правила и предписания. Кто-то должен быть в матхе, кто будет заботиться о всех преданных, не значит, что они могут делать все, что захотят, а я буду находиться в своей комнате, повторять харинам и никак не влиять на это. А что же значит гошти баджан? Это значит, что возвышенные преданные, они научат нас, они дадут нам пример, они будут пытаться помогать нам, и тогда мы, слушая их наставления и исполняя их, мы будем слушать харикатху, и так день за днем мы будем прогрессировать в баджане. Вот пример в Гаудия Матхе, например, есть два возвышенных преданных, можно, а других там 25 обусловленных душ, неважно в какой одежде, и вот такие преданные должны вести всю эту систему. И в этом случае возможно, что через гошти баджан они будут получать даршан этих возвышенных преданных, что-то спрашивать, принимать решения от них, принимать махапрасад, слушать харикатху, и таким образом этот гошти баджан может так происходить. А сейчас не всегда так происходит. Вот пример Махарадж приводит, если открыть какую-то больницу и привезти туда кучу больных, и не будет докторов в такой больнице, а только эти больные с различных мест, и вот если их все положить в такую больницу, где одни больные и нет никаких докторов, то что случится? И люди, конечно, могут разгневаться на такой пример, но то, что я говорю, это так и есть. А вот Махараджа иногда приглашают какие-то проблемы в матхе решить, но Махараджа может там лет 20 говорить, что надо делать, чтобы таких проблем не возникло, а люди как бы соглашаются совсем, но ничего не делают. И потом, когда уже эти проблемы, которые Махарадж предсказывал,
они случились, то тогда уже идут за советом опять Махараджа. Но что делать в этом случае? Нужно было раньше слушать то, что он говорил. И вот так, и сейчас вот в храмах то же самое происходит, что приглашают всяких обусловленных душ, кто-то холерой болеет, например, малярией или еще чем-то, или другими материальными болезнями, живут все вместе, ну, в одном храме имеется в виду. Ну и когда такие обусловленные люди живут вместе, то они вместо того, чтобы излечиться, заражаются болезнями друг друга. То есть, если у них одна болезнь была, потом, когда они живут в Мадхи, получают вторую, третью там, и четвертую. Шрила Прабхупад говорил, что он хотел сделать 50 живых гаудиаматхов. И хотя живой этот мобильный гаудиаматха, он может передвигаться здесь и там, говорить харикатху, их поведение должно быть идеально. И также я говорю вот об этом. И обычные люди тогда могут вдохновляться и следовать им. А из-за такого неправильного положения вещей такое происходит. И, к сожалению, сейчас нету достойного лидера. И как Рабиндранатх Тагор говорит, что каждый чувствует себя царем и действует то, что думает, и действует так, как хочет. Вот мы можем, знаем, что сила Бхактивиданта Вамана Госвами Махарадж, очень возвышенная душа, но некоторые люди из-за каких-то проблем, из-за какой-то политики не могут следовать ему. И вот не только это, также раньше, например, вы перед тем, как прийти в Мадху, у вас одна болезнь была, например, холера, и вот вас, по идее, должны были излечить от холеры, а так вы пожили в Мадхи, в храме каком-то, там какой-то преданный человек, точнее, малярией болеет, и в итоге тот человек холерой заболел, а вы, соответственно, малярией. То есть, вместо того, чтобы исцелиться от своей болезни, вы заразились второй. И таким образом так это осквернение происходит, и нет никакой великой личности, которая могла бы все это взять и исправить. И таким образом весь этот мисс-менеджмент происходит. Или какие-то саньяси брамачари есть, что думают, что если одну ночь с женщиной переспать, то не проблема. И как мы можем ожидать, что такие люди обретут силу в баджане? И вот первое наставление, пытайтесь слушать и понять. Шрила Прабхупад никогда не хотел выгонять никого из Мадха, тех слабых людей, которые признают свою слабость. Много раз я приводил примеры такие. И вот Шрила Прабхупад, он может помочь нам, Шрила Бхактивинода Тхакур. Они могут помочь нам, но мы должны быть искренни. Гурваргана может помочь нам, но кто примет их помощь? И таким образом, первое, то, что под именем Дайва Варнашрама мы не можем позволять всякой ереси происходить. Мы не можем позволять всяким недостойным вещам происходить под именем Дайва Варнашрама. И вот в этом случае вся система нарушится. И вот Кришна Бхагаван говорит Арджуне: «О, Арджуна, смотри,
если я не исполняю свои обязанности, все люди тоже будут не исполнять, видя мой пример. И вот поскольку я Верховный Господь Сарва Карана Каранам, если вот сам Кришна не исполняет своих обязанностей, то другие, видя это, тоже перестанут исполнять обязанности свои, и все, вся система разрушится. И я стану ответственен за разрушение этого общества. Но, например, если вы собрались на проповедь, какова система проповеди, вы должны помнить о системе Дайва Варнашрамы. Это очень научная система, и вот когда вы проповедуете, мы можем принять, что вы Апракрита Браман, иначе зачем вы проповедуете, если вы достигли этого уровня, и ну, не только это, Мадхья-Мадхикари должен быть там, поскольку без Мадхья-Мадхикари никто не должен начинать проповедовать, поскольку обусловленные души, если они проповедуют, они только наслаждаются этим материальным миром, его формами, ароматами и всем остальным. А обусловленные души, неважно, они в Мадхи или в храме, или не в храме, они все равно стремятся к наслаждению. Глаза стремятся видеть какие-то ужасные картинки, глаза, уши слышать что-то, язык наслаждаться и прочее. Вот Махарадж пример с Аджамилом приводит, что он был браманом, в Бхагаватам это описывается, но Аджамил, он пал со своего браманского положения. Он жил достойной жизни, но из-за асатсанги, вот в этом киртане говорится, крипако прабудия читбол. Читбол значит чит, это такая духовная сила. Откуда мы можем ее получить? И вот в этих строках говорится то же самое практически. Садус, о необходимости садусанги, и с помощью садусанги мы можем обрести силу, а без садусанги как это возможно? И вот Аджамил, не было столько читбола, столько силы у Аджамила. И не было такой силы, чтобы он был бы спасен, и это недостаточно было. И вот под течением времени и влияние асатсанги он пал. И вот Харибаджан, значит, каждую часть секунды мы должны помнить. И вот поэтому Верховный Бхактивинода Тхакур молится Верховному Господу, чтобы Господь благословил его, чтобы он каждую часть секунды увеличил свою веру в Гуру и Вайшнавов. И вот сейчас, надеюсь, вы поняли, что вся баджан-рахасия, все сокровенные вещи нашего баджана, они основываются на том, сколько сатсанги мы можем обрести, сколько силы, чит, энергии, духовной силы мы можем получить. Будьте осторожны, если под именем сатсанги вы получите сатсангу, это очень опасно. Если под именем сатсанги вы обретете сатсангу, то я не отвечаю за это. И также, если вы будете совершать сатсангу, это может быть еще может быть, что кто-то на показ совершает сатсангу, но на самом деле не принимает сиданту этого саду, и тогда эта сатсанга неэффективна в вашей жизни. Рупа Госвами Пад даже говорит, будьте осторожны, один пример я привожу. И вот Рупа Госвами Пад говорит, если кто-то ходит в Гаудиамадх, например, последние 20 лет, но живет рядом, например, или еще что-то, и вот последние 20 лет ходит в Гаудиамадх, но Рупа Госвами Пад говорит, что до тех пор, пока он не примет настоящее прибежище у садгуру, мы не можем сказать, что он совершает сатсангу. Если
хотя внешне выглядит, что он 20 лет якобы совершает сатсангу, но не чувствует необходимости принятия прибежища у лотосных стоп. Садгуру Рупа Госвами Пад говорит, что это не сатсанга. Аду Гуру Падашрую. То есть вот эта шлока, о чем она? В ней говорится, что если вы чувствуете вдохновение принять прибежище у лотосных стоп садгуру, прибежище, значит, прибежище, а не то, что... То есть, чтобы получить дикшу, нужно предаться садгуру. Если этого не произошло, то и дикша настоящая не произойдет, соответственно. И таким образом, если кто-то последние 20 лет ходит в Гаудиаматх, но не чувствует вдохновения, чтобы принять прибежище у лотосных стоп садгуру, тогда будьте уверены, такой человек, он лицемер и не совершает сатсангу по-настоящему. Просто может и ходить в Гаудиаматх, пожертвования какие-то давать, ну, ради такой, как сказать. Ну, как в церковь ходят у нас, так и в Гаудиаматх могут ходить. И вот достаточно давно один Марвари приходил в Гаудиаматх каждый день после арати. Утром не приходил, ну, утром, я имею в виду, во время арати, ну, утречком после арати приходил, кланялся, париком обходил, пожертвования давал, чтобы его бизнес хорошо шел. И вот... Ну, еще некоторые люди дают пожертвования Кришне с требованием, чтобы Кришна что-то там сделал для них. Или Нарисимхадеву, например, кто-то жертвует 20 килограмм параманы, чтобы Нарисимхадев там помог с налоговой там или еще с чем-то. И что толку от такой ССВ? И вот Гуру Вагана смеется над нами, что у некоторых такое настроение служения. И вот в северной части Индии такую песню даже поют. Ну вот песня такая североиндийская есть, чтобы все проблемы этот Кришна, Ганеш или Шива забрали и все на этом. И вот этот Марвари каждый день приходил, кланялся долгое время, но не чувствовал никакого вдохновения, чтобы принять прибежище у лотосных стоп садгуру. И вот каждый день он приходил, кланялся, молился, и вот такими словами молился причем. И вот каждый день он приходил, такую мантру повторял: «О Господь, я грешник, и я олицетворение греха, я сам грех, я совершаю грехи все время, и, о Господь, у меня нет никакой возможности освобождения, кроме Тебя». И вот, ну, в общем, просил Господа простить его и грехи забрать. И вот Брамачари там ходил рядом и видел это все, видел, какой мантры он Господу обращается, как он себя называет. И вот каждый день ходил и молился. Вот Брамачари захотел проверить его сердцем, он говорит эту мантру или просто повторяет ее так на показ. И вот Брамачари однажды позвал этого человека, когда тот кланялся, вот он закончил молиться, поклонился и вот собирался уходить, и этот Брамачари, он
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That Brahmachari calling that. И вот этот Брахмачари, он позвал этого человека как олицетворение греха, иди сюда. И этот человек, он разгневался, начал возмущаться, что ты что, сегодня невоспитанный, что ли, вести себя не умею, зачем ты меня так называешь? А Брахмачари сказал, я тут наблюдаю за вами, вы перед Господом называете себя олицетворением греха, и я так к вам обратился. И вот этот человек осознал, что он лицемерен. А этот Брахмачари, он поймал меня. И вот в Северной Индии можно найти утром все матаджи с горшком, с емкостью идут ну и там какая-то еда, прочие подношения для Ганеша или для Шивы, вот они ходят по всем храмам и предлагают это все, а молятся о чем? Вот такими словами. И вот они молятся о том, чтобы все проблемы ушли, и материальные блага пришли. Ну и все болезни ушли, и все прочие возможные проблемы. И так они молятся. И вот большинство из них, они так лицемерны, но это не Харибаджан, а что Шрила Бхактивинода такого хотел сказать, что мы внешне вроде все хорошо, наше саньяса там и прочее какое-то положение, но Шрила Бхактивинода такого говорит, что такие люди, они не думают снова, а снова совершили ли какое-то оскорбление они или нет, поскольку если совершили, то совершать Харибаджан невозможно, поскольку сознание, оно опустится. И вот Рупа Госвами Пад, я говорил, я пример приводил, если кто-то ходит в Гаудия-матх последние 20 лет, но не чувствует вдохновения принять прибежище у садгуру, то это не сатсанга. Сатсанга значит, как только мы совершаем сатсангу, сатсанга нам поможет нам, она изменит наше сердце, возвысит наше сознание, и вы почувствуете срочную необходимость принять прибежище у садгуру, чтобы начать харибаджан. Если кто-то совершает сатсангу, то, несомненно, он будет прогрессировать, и он почувствует это, и если есть такая харикатха, и вот если какая-то и вот если кто-то, например, встречается с настоящим саду, слушает харикатху и меняет свою жизнь, развивает непривязанность, отречение, и в этом случае его молитва лотосным стопам Шрилы Прабхупады или Садгуру «Спаси меня, я хочу совершать Харибаджан». И вот такое самопредание должно быть. И в этом случае, может, он, согласно Дайва Варнашами, можно найти, что он после получения дикши, совершения баджана, достиг апракрита брахманати. И парматмик брахманати. И если он совершает баджан постепенно, то тогда все проблемы не кончатся. И вот о чем я хочу сказать сегодня. Сегодня времени мало. И вот наставление Бхагавана Шри Кришны в том, что actually,
И вот Бхагаван говорит, мудрый человек Гьяни, он не должен нарушать баланс этого общества, не должен говорить всякую ересь, что ты шудра, давай пойдем в храм, будем поклоняться Господу. Не должны так люди говорить. Не должны отравлять наш ум, но через харикатху, если мы можем изменить кого-то, то тогда это возможно. Я уже говорил, что те проститутки, например, Харидас Такур, он повторил харинам рядом с этой проституткой, но эта проститутка, она полностью изменилась, но в этом была сила Харидас Такура, он мог это сделать. И вот он совершал баджан перед этой проституткой, она изменила свое настроение, и для Харидас Такура это было возможно, но для кого-то это может быть невозможно, и согласно силе, мы должны, с нашей силой мы должны делать и, например, кто-то имеет огромную любовь к семейной жизни, очень привязан к своей семье, к своему бизнесу, и какой-то саду приходит, говорит, все, все плохо, все отставить надо. Нет, это неправильно. Если так делать, то одни проблемы будут. И вот очень спокойно, тихо мы должны дать лекарства. Если мы так как-то грубо будем делать все, то плохой результат будет, и люди даже минимальную веру могут потерять. У нас много случаев таких. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, те, кто привязаны к этой материальной семейной жизни, мы не должны слишком много давить на них, и чтобы они оставили семью и прочие материальные вещи, это ни к чему хорошему не приведет. И вот мудрые люди, утвердившиеся в своем положении, они не должны беспокоить людей, которые привязаны к своей деятельности. Если мы будем пытаться спорить на эту тему, мы потеряем все, только это плохо. И вот смотрите. Medicine in such a way that he can maintain his faith. Oh, Maharaj, you are doing business? No problem. You are doing business. Okay. Ну, в общем, с такими людьми надо по-другому как-то вести себя, чтобы они хотя бы продолжали заниматься своей материальной деятельностью, все занимаются, но по крайней мере и Туласи поклонялись Ганге там и еще чему-то святому. И так постепенно они веру свою увеличат, и потом так постепенно, если они будут совершать какие-то действия под руководством по-настоящему мудрого человека, а мудрые люди, они слишком привязанных людей, они не пытаются отвязать от их действий. Они действуют так, чтобы не беспокоить таких людей, привязанных к карме, а наоборот пытаются как-то отрегулировать их действия, чтобы чтобы они делали еще что-то положительное, и постепенно так они разовьют какое-то такое хорошее настроение, и постепенно можно помочь им прогрессировать. Шрила Прабхупада говорит, что мы должны
давать прасад таким людям, а сейчас, к сожалению, и вот в этой шлоке говорится, что Кришна может принять все от того, кто, но мы должны с любовью и преданностью предлагать ему, с великой заботой. И вот в этом случае говорится «патрам фалам пушпам таям». И вот если кто-то с великой преданностью предлагает что-то Кришне, то Кришна, несомненно, примет это, нет никаких сомнений. И вот Вишвана Чакравати Патон комментирует эту шлоку. И вот патрам значит этот лист. Есть много листьев, пушпам. И вот Вишванатха Чакравати Пад говорит, что Кришне, если кто-то предлагает Кришне с любовью, с огромной любовью, и вот если человек даже с таким с огромной концентрацией предлагает Кришне что-то и забывает о своих, и забывает обо всем, как, например, жена Видуры, которая вдохновилась тем, что Кришна пришел к ней и начала в таком замешательстве предлагать шкурки бананов, а бананы выкидывать. И вот Кришна был в дворце Дурьотханы. Дурьотхан попросил его принять прасад в его доме. И Кришна сказал, что я не голодный, не хочу есть, и отвертился как-то. И тогда этот же самый Кришна, когда он пошел через буквально 10 минут в дом Видуры, и после того, как он зашел только, и жена Видуры обнаружила, что Кришна пришел, а Видуры не было в то время, ушел подаяние просить. И вот Кришна сказал, что я очень голоден, и она ответила, что сейчас мой муж пошел просить подаяние, вот вернется, что-то принесет и накормлю тебя. Нет, я голоден, давай сейчас корми. И вот она увидела, что бананы есть, и подумала, почему бы эти бананы Кришне не предложить. И вот Видурани сидела перед Кришной, чистила эти бананы, шкуру бананов отдавала Кришне, смотрела на его лотосный лик и была очарована, и давала шкурки бананов, а бананы выкидывала. И Видура пришел и обнаружил, сам Кришна пришел, начал радоваться, увидел, чем жена занимается, начал возмущаться, что ты делаешь, ты Кришне даешь шкурки бананов, а бананы выкидываешь. А Кришна засмеялся и сказал, что я не бананы не ем, не шкурки бананов, а принимаю вашу любовь. И Вишвана Чакравати Пад также объясняет, что из-за огромной любви, если кто-то предлагает что-то Кришне, может быть, он находится в глубоком экстазе и забывает, что предлагает, то в этом случае патрам фалам пушпам таям. Тоям значит вода, пушпа значит цветы, и Кришна без всяких аргументов принимает это, и это любовь Кришны. И таким образом, если мы сможем предложить что-то Кришне, то этот прасад потом мы можем предлагать другим. Но смотрите, если под именем прасада мы какие-то пиры организуем или кто-то организует, то это... Jagannath going to take because they are Lakshmi ji cooking.
Но имеется в виду, что Кришна не все принимает, то, что ему предлагают, но в случае с Джаганнатх Мандиром, там, благодаря тому, что сама Лакшми готовит, там Джаганнатх все предлагает, принимает, а в других местах Кришна может и не принять. И вот... И вот мы должны постепенно так нужно также не забывать выражать почтение таким новеньким людям и каким-то материалистам, которые интересуются духовной культурой. И Шрила Прабхупада говорил, что если мы выражаем почтение кому-то, и если это выражение почтения поможет нам в нашем баджане, то в чем проблема? В чем проблема? Это уникальность только Шрилы Прабхупады сейчас. Еще один пример на сегодня приведу, и это конец будет. И вот Джанак Махарадж, Притху Махарадж, Амбариш Махарадж, Рамачандра, можно изучать их жизни и увидеть то, что Амбариш Махарадж практиковал 9 составляющих бхакти: Шраванам, Киртанам, Вишну Смаранам. И кто-то может следовать одному пути бхакти, как Парикшит Махарадж. Парикшит Махарадж, он был успешен в шраване, процедуре шраваны. И Сукадев Госвами, он хотел показать, что в киртане. И таким образом, один за одним, у нас есть 9 ачарьи. Те, кто кто-то следует одному этому виду баджана, кто-то баджана, кто-то тремя, кто-то 9 сразу, и сочетание Махапрабху говорит. И вот кто-то может одному виду баджана следовать, не всем 9 сразу. Есть 64 вида, 64 вида преданного служения, но главных из них 9, и Махапрабху еще из этих 9 4 выделил. И вот даже если мы один из видов преданного служения совершаем, это поможет нам достичь успеха. Амбариш Махарадж, например, 9 сразу занимался, но это зависит от того, сколько ништи у нас есть. А если у нас ништи нет, и мы просто делаем что-то на показ, то как мы можем ожидать, что достигнем успеха? И вот Джанака и другие великие ачарьи, он был этот Джанак Махарадж, многие риши приходили получить совет от него, даже Шукадев Госвами. И смотрите, Дава Варнашам Дарма очень так чувствительна, и через какие-то примеры на следующий день мы будем пытаться обсуждать это. И сегодня, на сегодня конец. Nikhilo bhubano maya, nikhilo bhubano maya, chinna vichinna karti, bibudha bahulo mrigyam mukti mahanta datri, shithilito vidiraga radho radeshadani, bilasati hidunityam bhakti siddhanta bani. Vancha kalpatar vasya ke pasindhi bhavisho, patitanam pavane bhavishna bhyonam, tamadidevam purusho puranam,
Тамалаварнам Суитавутарам Апар Сансар Самандра Сетум Бхаджаммахи Бхагавату Сарупам Ян Бравояннамана Петама Пета Критвам Дайпаяна Вирахака Тарваджухава Путрети Танамая Таятарабо Винеду Твам Сарва Бхута Хидаям Мунимана Сасми Нараянам Нарас Намаскитта Наранчайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Джая Муджирай Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари